еду в трамвае практически через весь город. От шоссе Космонавтов, от остановки Школа и до Разгуляя практически. Сделали новые трамвайные пути на улице Революции. Сейчас 11-й маршрут ездит по этой новой дороге, по улице Революции, мимо ТРК «Семья». А дальше на Горького поворачивает, ну, как обычно, налево. И я сейчас поеду по этой дороге и решила вам немножечко показать нашу заснеженную Пермь. Начинаем наше путешествие от школы, от ипподрома. Это улица Леонова. Может, кто-то помнит, в этом доме раньше была большая аптека и такая одна из центральных аптек города. Ну, сейчас тут все магазины, кафешки, аптеки больше нет. Детская областная стоматологическая поликлиника сейчас здесь. Раньше здесь была взрослая. Ну, потом построили для взрослого новое здание, сюда перенесли детскую. А раньше детская была вот тут, вот с торца дома. Я помню, папа меня туда возил к стоматологу. А это дворец Гагарина. Здесь проходит регистрация брака в индустриальном районе. Мои мама и папа поженились здесь. Ну и множество, конечно, разных мероприятий. Тут в свое время было очень много всяких кружков детских. Театральные представления, концерты проходят, различные конкурсы. Торговый центр «Столица». Его построили у нас около 15 лет назад. И когда открывали еще самые первые магазины, я здесь работала директором одного из этих магазинчиков. Макдональдс у нас здесь. И вот там, где торговый центр «Новая столица», раньше на этом месте стоял кинотеатр «Мир». Я помню, в детстве мы бегали сюда смотреть кино и мультики, приедешь к бабушке летом на недельку-другую. Постоянно сюда бегали в кафе «Снежинка» и в кинотеатр «Мир». Вот на этом месте он как раз стоял.
Подъезжаем к Стахановской, как-то я по сквер Миндовского проскочила, это парк на Чайковского. Хотела вам рассказать, что в этом парке мой папа сделал предложение моей маме, тут меня отвлекли, и я просто забыла снять очень красивый парк, очень красивый сквер. Детство мое прошло в этом парке. Забыла. Стахановская, кто помнит, здесь раньше был большой стахановский рынок, и когда его снесли, сделали вот эту вот дорогу, проезд, мост, микрорайон Грохлева. Мы сейчас едем по Карпинского, остались еще вот несколько старых домишек, вот эти старые дома, бараки их сносят. Видите, здесь уже очищена территория и строят новые дома, многоэтажки. Строят с двух сторон, и с этой стороны, и напротив через дорогу. Вот видите, эти старенькие домишки уже все, уже люди расселены, а на заднем плане видны новые дома. Строится целый микрорайон и здесь, и через мост за железной дорогой. Микрорайон Плоский раньше назывался, сейчас даже не знаю, как его сейчас называют. И там тоже целый микрорайон, новых домов снесли, старые дома снесли, бараки. Это буквально, вот знаете, последние, даже не 5 лет, даже года 3, наверное, последние, ну, может быть, лет 5. Вот этот микрорайон очень активно застраивается, сносятся старые дома и вот такие красивые новостройки здесь. Ну, это практически центр города, и, наверное, давно уже надо было эти старые рухлить, это все снести, обновить, украсить город. Мы сейчас пересекаем часы космонавтов и дальше движемся по трамвайным путям к центральному рынку. Это улица Крылова и остановка Крылова. Здесь, видите, тоже новые дома, новый микрорайон. Практически вот весь этот пятачок, вот этот центр от Стахановской до Крылова. Новостройки. Остановка улица Крылова. Это павильоны с одеждой и посудой. И отсюда раньше трамвай поворачивал налево, ехал по Борчининова, а сейчас он едет прямо и потом по улице Революции, по новым трамвайным путям движется к ТРК «Семья». Центральный рынок.
Это все территория центрального рынка. У нас идет снег, посмотрите, какой у нас заснеженный город. Хлопьями прямо валит, хлопьями. Ну вот тут вот новая дорога по улице Революции. На этом месте раньше была психиатрическая клиника, больница. Стояло много-много бараков старых. Их все снесли и построили новый жилой микрорайон. С такими вот красивыми новыми домами. Это Компрос 49. Но это не сам дом Компрос 49, к нему примыкает. С торца здесь находится магазин, в котором я работала в молодости. Как-то рассказывала уже в видео об Глупцовой Люцинвайне. Это Комсомольский проспект, Первоэнерго. Ну и будем прощаться. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых-новых встреч.